И я приветствую всех пациентов нашей палаты, вами Топгай. Если вы все еще не являетесь нашим пациентом, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем нашу экскурсию в Мексику, в Кайзершизе. Здесь у нас Синдикалистская Республика Мексики. Я подозреваю, что по лору здесь произошла революция, и у нас идет судьбоносный день. Наш всенародно избранный президент Эмилиано Запата Салазар готовится к обращению. Ну, очевидно, ничего плохого случиться не может быть, верно? Пойдем мы, тут, господи, путей просто какой-то ужас. Пойдем мы по монархистам, это вот здесь. Примерно я понимаю, что надо сделать, так что направимся именно туда. Поехали. Кстати говоря, забавно, у нас тут есть решение на вступление и мексиканские какие-то решения по расширению промышленности. Я на других странах, наверное, это даже не видел. Есть национализация нефтяной промышленности, кстати говоря. Видимо, здесь как будто какие-то другие страны добавляют ресурсы, добывают наши, да? Странно, что нефть здесь вот у нас есть, и ее никто не добывает именно как ресурсные права. А здесь как будто типа тоже есть, но ее добывают, но опять-таки она уходит никому, а просто кому-то. И вот винтик на наш лор. У нас происходит постоянная война, гражданская еще война была. Все соперничают, и смотрите, вот диктатор был свергнут в 2011 году, контрпереворот в 2013, и в итоге мексиканская революция началась. И рассказывают про страны наши, какие есть стороны, точнее, в нашей стране. Новый год, ну, это уже не так интересно. Киренского, что не произошло, так, ивент Мексико 298Т. Блин, ну да, 298А мы, конечно же, ответим. Я надеюсь, что другие ивенты Мексики хотя бы переведены. Иначе мне придется перезапустить игру на английском. И он, нет, покушение на жизнь Запаты. Ну, как так может быть? Диос мио. Запата был убит. Престин был фельдмаршалом, и у нас радикальный социалист становится другой Запата. Что ж, не повезло, не повезло. Фокус пропускается, разыскать стрелка. Крах берлинской фондовой биржи произошел. Глобганские войны, ничего нового. О, а во Франции патовая ситуация. Интересно, к чему это приведет в итоге. Там разные могут быть фокусы у них. Ну а мы идем в неопределенное будущее Мексики. Итак, вот оно, невежество реакционеров. Допустим, розыск стрелка. Он смог скрыться, мы смогли найти его. Ага. Слушайте, а знаете, кто здесь на фото? Я примерно предполагаю, по-моему, это реальное фото. Как сказать, если вы тоже знаете, можете в комментах написать. У меня есть предположение, но я не уверен в нем. И мы ищем группу, стоящую на нападении. Ну и давайте-ка к революционеру Калеса, давайте-ка, может быть, это он. И да, нашли. Чел перестал быть генератором, блин. А мы хорошего генерала убили или такого себе? Сейчас давайте-ка проверим по-быстрому. Плутарко Эласкалис. А, вот он. Да не, ну типа... Ну такой средненький мужик был, ладно. Нормально. Они встретят смерть предателя, окей. Так, Казера... Точно в Пекин вцепилась, окей. Не сильно пока что интересно, что здесь происходит. И вот мы сделали неопределенное будущее Мексики, и нам открываются фокусы. Как я и говорил... Путей здесь просто безумно много, так что да, будем разбираться, будем искать наш. У нас уже блокируются фокусы вот эти вот, авиация, флот и армия. Давайте сразу начнем с армии. И смерть Запаты происходит коалиционное правительство. И коалиция распадается, прежде чем она сможет чего-то по-настоящему добиться. И у нас тут есть варианты идти налево, это массированный штурм, либо маневренная война, либо направо, это крупномасштабное планирование, либо прирост огневой мощи. Как вы знаете, я всегда выбираю вторую доктрину, так что мы сюда и идем. Тем более, что если посмотреть сюда, здесь бафы как будто чуть поинтереснее, что ли. Хотя, блин, расход припасов, конечно, прикольно, но тут, видите, атака на национальных территориях. А здесь такие, более общие для всего. А мы, очевидно, будем воевать не только в наших национальных провинциях. И вот оно, военные свергают коалицию. Как это могло случиться? У нас, кстати говоря, тут немножко сменились модификаторы. У нас сопротивление появилось социалистическое. Потому что у нас приходит к власти не такая уж популярная партия. И смотрите-ка, демилитаризованные зоны, войны каких-то ребят пошли у нас. Сила уменьшается достаточно оружия, причем сможем отправить их. Ага. Но я думаю, надо восстанавливать порядок. Давайте-ка сразу везде, куда мы сможем отправить, и отправляем. Да. Сила уменьшается, стабильность повышается. Я пока не вижу проблем вот так вот сделать. Да. Сила увеличится. Если прибыль сил уменьшится. Давайте сначала вот это все сделаем, потом нажмем рейд, что ли. А, либо нет, это надо нажать, иначе оно увеличится. Тогда надо нажимать сразу. А в Британии, кстати говоря, пришел Мосли, и вот пошел уже Конгресс. И вот оно, наше перекрестие. На конце ствола оружия. И гарцы не нужны союзники.
Только в его руках будет безопасность. Поехали. А что я сделаю из пехоты просто классические двадцатки? Без ничего вообще. Найдена пустынная крыса. Ценить лидером партии тоталист. Окей. Война, капец, такой же из дороги. Вот это ужас, конечно. Ну, террористы, террористы. Ну, мы наведем сейчас порядок везде. Так, там власть в Аргентине захватывают. Не сильно интересно. Речь Гарзе. И пуля попала в артерию, и Гарзе всё кровью на сцене. Конечно, лидеры умирают один за другим. Неудачно для них. Я сразу распускаю все войска, которые не вот эти пехотные дивизии. Этих ребят тоже можно ставить. Они все-таки ветераны. Это супер приятная дивизия. И тренинг сразу новый, чтобы не терять винтовки. Нам тем более, что они, видите, судя по всему, нужны. Конополь отрезает силы хунты в Табаско. Слушайте, как раз таки мы вроде являемся хунтой, если я правильно понимаю. Ну да. И именно ставка это неприятно. Нам, кстати говоря, разблокировались. О, НРПР побеждает в России. Интересно, интересно. И анархосиндикалисты в социалистической Италии. Смотрите, можно пойти по военным, но у нас уже заблокировались политические фокусы, значит, конечно, надо по ним уже начинать идти. Золотые рубашки с облачением майя сталкиваются на Якатане. Господи, у нас еще там майя всякие ребята есть. Здесь в Мексике путей просто безумно много, на самом деле. Замена нашего национального отца. Так, а это кто? Так, на всякий случай, конечно, засейвился, но, судя по всему, именно вот этот парень нам нужен для монархии. Хуан. Отлично. Ой, Сальвадор отказывается признать Италию правительство, пересчитаться национальными у нас территории. Это неприятно сейчас произошло. Так, смерть архиепископа, допустим. Новый справедливый епископ. Ага. И столкновение по всей стране происходит, господи. Сила увеличится, либо уменьшится. Это будет принадлежать мексиканской армии. Мы подавим восстание. Еще один рейд, но нет, мы душим их полностью. Восстановить монархию. Станица страниц истории, либо монархизм. Нет, мы идем к монархии. Как раз таки мексиканское регенство. Так, мексиканский самурай. Ого. Это звучит очень интересно. Кстати говоря, генералы тут с кучей перков. А где тут японский самурай, кстати говоря? Я что-то... Вот он, по-моему, да, что ли? Судя по всему, да, но я могу ошибаться. Так, последнюю печать мы сломали. Генерал прогласил независимую республику Якатан. Так, мы, конечно же, победим предателей. Вот это Юкатан, да, этот? Есть один нюанс. Так, порядок был восстановлен. Война... Все, с войной покончили, отлично, ставка поднимается. Теперь вопрос, а я что, не успею дивизию обучить и только потеряю опыт? Из-за того, что мне надо будет сейчас... Ладно, надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Скоро узнаем, что тут у нас будет происходить. Итак, Кунта решила остановить монархию. Что мы теперь хотим сделать? Перестать демилитаризованные зоны? Нам вообще это, наверное, бы пригодилось. Да. Разобраться с этими ребятами. Правосудие это на популярность, а это титул монарха. Неясная конституция. Потом, ну, давайте сначала вот с этим разберемся, чтобы демилитаризованных зон не было. Чтобы вот это вот все убрать. Чтобы внезапно у нас кто-то не восстал. Потом сюда, чтобы точно тоже опять-таки никто не восстал. И потом уже добьем по монархии все и сделаем окончательные выборы. Преступники собираются вместе, Мексика рождает собственные мафиози, окей. И давайте-ка покорили города, усмирить глубинку теперь. У нас, кстати говоря, уже доступна доктрина, но мы сначала себе поставим скидочку на доктрину, конечно. И на плюс получаемый опыт. Итак, глубинку усмирена. Давайте теперь, наконец, стабильная Мексика. И мы таким образом поддержку вот этих всех левых движений полностью пресечем. Отлично. И теперь идем вот сюда. Почти несменяемый руководитель. Есть подкупленное правосудие. Популярность убиваем всем не нашим, так сказать, партиям. А вот эти дивизии еще потреним на всякий случай. В принципе, еще нет. И давайте-ка последняя кнопочка остается нам. Я бы еще хотел, конечно, сразу в них добавить поддержку. Вот это все, но у нас военных заводов на это все, честно говоря, даже и нету. Я бы понажимал вот эти кнопки, но у нас нужно после даты какой-то, так что пока не можем понажимать. Но можем уже взять себе на опыт вот сюда вот командующих. Давайте авиационный и армейский сразу сделаем пораньше. Остальное пока не будем трогать. Хотелось бы, конечно, экономику мобилизовать, но поддержки войны нет, так что пока мобилизации экономики не будет. Позже вполне себе. Так, что-то про рестлинг у нас, соперничество очень интересно. Интереснее, я бы сказал, сколько у нас военных заводов и когда они у нас появятся в нормальном количестве. Я надеюсь, что появятся. Итак, новая конституция есть, теперь давайте-ка у нас будет конституционная монархия, так называемая. Видимо, только на словах, но а чё. И, наконец, Мексики пройдут окончательные выборы.
Возрождение монархических симпатий у нас есть. Отлично. Так, итак, фокус пропущен, настоящий мексиканский монарх, этот выполнен. Вот у нас опять фокусы вернулись на старые мексиканские, опять насрали 20 тысяч фокусов. А где наши именно фокусы? Это военные, вот здесь они. А сейчас, я так подозреваю, у нас должны выбираться лидеры. Да, так и есть. Что ж, теперь мне надо пойти поизучать, а что вообще, у кого какие фокусы, какие здесь бафы, все. Сейчас решим, кого мы будем поддерживать. И, честно говоря, я почти не нашел разницы. Здесь буквально вот разница, здесь вот объем 5%, здесь темп исследования 5%, здесь там прирост ресурса плюс 10%. Но по факту примерно все, вот видите, фокусы по факту-то одни и те же буквально. Вот здесь вот выборы, вот эти вот, которые можно сюда пойти, типа вот отсюда, либо отсюда, и сюда, отсюда, либо отсюда. Здесь они те же самые, только это с Рейхспактом, с капиталистом, точнее, а здесь с Антантой. Ну, тоже как бы технически с теми же капиталистами, только Рейхспакт, а тут как бы другие. Ну, короче, выбор без выбора. Буквально здесь только по две фабрики военных заводов, а здесь, по-моему, дают три. Почему-то, хрен знает почему, но почему-то вот так дают. И вот эти вещи тоже примерно одинаковые. Как-то решаете вопрос с Юкатаном, что-то по популярности работаете. Буквально все идентично. Так что давайте выбирать, так сказать, душой. Я немножко подумал... Слева мы такие, скорее, как-то к Монтесуме, к вот этой вот ацтекам. Я бы не сказал, что мы идем к ацтекам, мы все-таки, наверное, именно мексиканская монархия. Вот это даже не очень понятно. Габсбурги? Ну, какие Габсбурги? Нет. А вот этот парень, это как раз-таки, видите, это уже именно мексиканцы, как будто, поэтому, мне кажется, надо брать диасов. Как бы здесь чуть более военные бафы вообще, на самом деле, вот эти были бы чуть-чуть попрязнее, поэтому мы идем именно в мексиканских. У нас мексиканцами должны быть править мексиканцы. Поэтому Порфирио первый ДДС, да? И сразу же, я думаю, идем в его фокусы. 2 из 0 дней. Отлично. И нам сразу, знаете, что надо сделать на самом деле? Надо выйти в ячейки исследований вот сюда. И кроме того, вот сюда. Потому что у нас 3, и мы уже отстаем немножко по исследованиям. Надо догонять. Поэтому мы идем сюда, плюс тут ТНП, все дела. Потом выйдем сюда, и потом будем уже, наверное, самую важную промку брать и дебафы всякие убирать. Типа вот эти тоже я бы вещи поисследовал побыстрее. Поэтому поехали. В целом, вроде как, мы уже все вот эти вот выборы партии прошли. Может, там еще что-то может измениться. Но мы уже вышли на наш путь, и дальше нам нужно только думать, что нам делать уже с внешней политикой, наверное. Внутренняя примерно уже решена. Так, у нас тут появляется новая знать. И я еще тоже подумал, что мы все-таки пойдем с Рейхспактом, ну, вообще, в принципе, у нас и выбора особо-то не осталось, да. Ну, можно было пойти вот сюда, там, либо сюда пойти, вот здесь больше бафов, опять-таки, здесь уже больше чуть бафов, там, 5 объема, исследования тоже чуть-чуть посильнее, чем командные ресурсы. Но мы будем Мексика, которая вот пыталась дружить с Германией в свое время, чтобы противостоять как-то Америке, но мы сейчас будем дружить с Рейхспактом просто уже как равные и вырастим до той силы, которая сможет в одиночку противостоять всей Америке. Можете контролировать Америку, посмотрим. И вот на полностью мексиканский монарх, то, о чем я и говорил. Мы отказываемся от обеих половин нашего прошлого, чтобы продолжить новый путь к уникальному мексиканскому будущему. И ячеечка сразу есть. Как я и говорил, идем вот сюда, в другую ячейку. Плюс у нас там варсаппорт поднимется, сможем себе поставить на самом деле военную экономику. Ну ладно, не военную, а частичную мобилизацию. Скорее всего, потихоньку будем дойти. Ой, у нас уже появились кнопочки вступить в Антанту, либо в Рейхспакт, либо собственную фракцию. Но меня вот эти кнопочки интересуют. Я бы вот это понажимал, это еще и ячейки дает. Если говоря, начинается противостояние в Америке, у нас должны будут разблокированы быть вот эти фокусы после этого, когда начнется гражданская война. Ну, тут тоже немножко, я думаю, порасширяемся. И вот оно, гигант уснул навсегда. Вторая американская гражданская война пошла уже. Нам не, в принципе, интересно, чтобы никто не побеждал, хотя соотношение самое лучшее с... федеральное правительство, потому что у нас одна идеология, но по факту на самом деле это никак не влияет. Это просто игровая условность той же идеологии. И мы взяли ячейку исследования вот эту. Мы, кстати говоря, сможем выйти там вот к разным бафам. Общим, либо танковым, но я возьму, наверное, общие. Хотя здесь есть минус потребления горючего, но я думаю, это... Если бы было минус припаса, я бы, может, еще подумал, кстати говоря. Так, и нам бы... Что, нам бы экономику доделать, верно? Здесь не совсем экономический фокус, а вот это как раз-таки экономический, который нам ТНП восстановит. И вот эти дебафы подубирают, поэтому поехали сюда. Можно, кстати говоря, поддержать США. А, честно говоря, не буду я этого делать. Мне не интересна никакая страна. Когда поддерживать Тихоокеанское правительство? Ну, по классике. Можно, кстати говоря, послать добровольцев в Америку и...
Черт возьми, да, я это делаю, причем не тех ребят, которые максимум опыта имеют, чтобы они качались как раз-таки к этому максимуму. И буду именно дефать от этих ребят, потому что у них мало шансов, вряд ли они в итоге победят, не думаю, что это скажется именно на результате, но вот на прокачке и скажется. И у нас есть супер хороший, кстати говоря, генерал, у нас что-то на Мексике прям много хороших генералов, я вам скажу. Много интересных. Кстати говоря, вот это тоже еще интересный как будто генерал, только не очень понятно, как это будет работать. Наземная поддержка я могу еще предположить, как будет работать. Но вот остальные бафы, как работают на генералах, это хороший вопрос. А давайте, в принципе, Хуана и отправим. Я в него верю. Ладно, авиации нет у нас, но хотя бы он ведь подкачается. И вот этих ребят давайте-ка тренировать сразу. И новых тоже делаем. Не забываем. Нам нужно увеличить армию хотя бы где-то до 1-2 армий. И строить пока что фабрики, чтобы у нас, ну, фабрики вообще какие-то появились, потому что у нас вообще их нету. Потом же военные заводы тоже построим. Вот ребята прибыли. Фельдмаршал у нас тоже, кстати говоря, Энрике. Очень солидный, на самом деле, у него прокачаны буквально перки, которые и нужны быть, должны быть прокачанными. Здесь сразу давайте-ка эксперта по пехоте вкачаем. А здесь идет битва, давайте так вот сделаем, чтобы мы в нее вошли. То я предполагаю, что нас атакуют, но мы этого не видим. Такое часто бывает с битвами. И можем начать потихоньку воевать. Ну ж, на этом, я думаю, можно нашу первую серию подзавершить. Мы уже внутренние вещи решили примерно. Конечно, сейчас остаются фокусы, но путь уже вышли на него. Надо экономику немножко восстановить, фабрики получить, туда-сюда как бы раскачать промку, раскачать исследования. У нас 5 уже ячеек, мы уже почти что нормальная страна, осталось промку догнать. И, конечно же, армию построить, какую-нибудь авиацию, может быть. До танков вряд ли доберемся, ну, посмотрим. Так что с вами был Топгай. Передавайте приветы соседям по палате. Если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, лайк, комментарий, ребята. Ссылочка на Twitch, на Discord тоже есть в описании, туда можете тоже заходить. До скорых встреч, пока!